я пел композицию «Червя Наруто» в такой необычной аранжировке. И это была такая, можно сказать, медитативная музыка для расслабления. И она получилась в исполнении. Вначале она была сугубо в акустическом варианте под гитару, но потом добавилась на этом проекте еще и аранжировка группы. И это ее расширило, эту композицию. Я хотел, пожалуй, настроиться на этом проекте, чтобы так складывалось, так, знаете, как должно сложиться. И так как у меня не было особых ожиданий, да, то получилось так, что получилось так, как есть. Я, конечно, на сцене сказал в сердцах. Там был эпизод просто очень такой интересный. То есть в какой-то момент я пел и уже закончил петь песню, и никто не повернулся. И я такой думаю, да, никто не повернулся. И как бы начинает поворачиваться кресло. Ну, я сейчас думаю, расскажу, что это такое, что к чему, то есть и так далее. Оказалось, что Тина Карен меня как бы отметила. А я совершенно не ожидал этого. То есть я не заметил, не отметил этого, скажем так. Потому что там не видно, знаете, когда заканчивается, что-то поворачивается, оно же должно как-то там, звук какой-то быть хотя бы. Вот. И они все поворачиваются и говорят, типа, так и так, мол. А потом мне говорят, так, типа, Тина Карен, я думаю, ого. В общем, для меня это был совершенно такой каскад эмоций неожиданных. И я совершенно не ожидал, что будет такая вот история. Поэтому я искренне удивлен и обрадован. Для меня это проект, где я могу обучиться чему-то. И я очень рад, я спрашивал у наставников, которые меня наставляют, музыкальных. Они говорили, не нужно ожиданий, просто иди в это, как оно складывается, так и будет складываться. И, можно сказать, вот такой настрой. И совершенно вот как-то нельзя ничего планировать. Как складывается, так и, вы знаете, реальность иногда так поворачивается, что совершенно невозможно ничего предугадать. И это для меня мощнейший, на самом деле, урок, что нужно успокоиться, дышать, спокойно концентрироваться на спокойствии и действовать, и двигаться дальше по жизни.